Александру Пиюку 32 года, 28 лет из них неразрывно связаны с футболом. Еще маленьким мальчиком он вслед за старшим братом влюбился в этот вид спорта. Начинал в школе торпедо заниматься, после перешел в «Динамо» и выпускался уже в футбольной академии «Чертаново». Увы, профессиональную карьеру в спорте Александру построить не удалось. Будучи центральным полузащитником, он получил несколько серьезных травм. И о профессиональном спорте пришлось забыть. Окончив Московскую государственную академию физической культуры, он решил связать свою жизнь с преподаванием. Сейчас свои знания Александр передает 70 юным футболистам спортивной школы «Олимп». Дети его любят, уважают, потому что такое количество детей. Он рационально использует новые методики, подходы, общение, умеет общаться с детьми и сам бывший спортсмен. Работу свою Александр любит, работает тренером уже 11 лет. Старается быть для своих учеников хорошим наставником и вырастить из каждого профессионального спортсмена. Его команды не раз занимали призовые места на первенстве Московской области. Они должны выходить на каждую тренировку и на игру, как на последний бой. И как будто от этого зависит их там будущая судьба. Это первое. Второе – спортивная злость. Потому что они не должны там уступить полумоменты, должны там работать и всегда доказывать, что они лучше. Не только там тренеру, папе, маме, а в первую очередь самому себе. В этом году 18 тренеров из Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку по государственной программе Московской области «Жилище». Среди счастливчиков оказался и Александр. Такая мера поддержки предполагает, что из бюджета Московской области будет оплачена вся стоимость квартиры, а участникам останется заплатить лишь проценты по кредиту. Александр с женой и маленьким сыном Марком давно мечтали о своем жилье и скоро наконец-то смогут отпраздновать новоселье. Осталось дождаться окончания строительства нового дома, окна которого выходят на ставший уже родным стадион «Металлург». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».